Всем доброе утро. Мы тут решили сделать небольшой перерыв в социальных сетях. Мы на карантине сидели. В основном ребенок особо показывал, ничего было. Вот. Ну и мы готовились к путешествию. Как вы думаете, куда летим? Приезжаем к аэропорту. Мы во Внуково. Блогер. Они направо на мне. Что, сидим, ждем? Что, мы в аэропорту сейчас находимся, ждем отправки своего рейса. Вот, скоро будет, через где-то 1:25 посадка, что не совсем скоро, поэтому мы сейчас ждем себе наши посадки. Мы ели сейчас бюргерки. Сейчас пошли садиться. Все, что посадка. На улице ужасно холодно. Все, мы полетели. Через 3 часа будем на месте. Все, мы приехали из аэропорта, сейчас вызвали такси, сейчас к нам приедет, там за лишние минуты сейчас время, пошли. Так, ну тут такая красота, смотрите, начинается с приятного,
с релаксом. Да? Тут такая вот столовая. Мы сейчас нам оставили рыбу запеченную с салатом. Мы сейчас тут это обзор сделаем. Пойдем. Встретили собаку. Пузик. Пузик. Ты хороший наш. Да? Тюся. Пойдем с нами гулять. Пошли. Вот мы пошли исследовать территорию отеля. Вообще отель вот, вот так выглядит. Это пансионат. Это его главное, видимо, лицо. Вот. Мы сейчас поужинали. И вот идем на шум прибор. Сейчас идем изучать, что здесь. Вообще получается, что море и справа от нас, и слева от нас. Пойдем посмотрим. Пойдем налево. Давай, тут целый квест у нас. С нами пойдет собака. Да? Ты с нами? Ну пошли, проводишь нас. Пошли гулять. Пойдем, пойдем гулять. Раз уж ты такая местная, ты все знаешь. Да, да, пойдем с нами. Олежка тут пошел сначала возмущаться, куда-то меня привезла. Тут такая глушь. Тут действительно гнушь. Тут гномики вон. Мох. Кто знает, что тут нас ждет, да? Пошли, собака. Там отдыхающая. Тут море, видимо. Или тут, это спортивная площадка? Это спортивная площадка, а справа и... Слушай, а мне кажется, туда вход на море. Нет? Слышишь? Очевидно. Нет? Спортивная площадка. Да? Ну, пойдем тогда там, куда все пошли. Пойдем. В темноте квест. Собака, пошли с нами. Ну-ка скажи теперь еще чего. Только не поворачивайся, поддержишь? Нравится. Вначале как-то негативил, сидел. Укачало просто. Чтобы сюда приехать, тут такая дорога идет с серпантином от аэропорта. Мы добирались 1:10. Вот, немножко долговато. Где? Ночное море. Пойдем посмотрим, что там дальше. Тут туалет. Осторожно, ступенька. А здесь, наверное, еще один отель, судя по всему. Вот эта собака проводила нас по серпантину. Километр с нами шла от моря. Рыжий шарик. Шарик, где твоя дорога? Давай, иди. Иди спать. Давай спать. Иди, пока. Ночное море. Течение обстоятельств или мистика. 4 кошки на одном месте. Я только что покормила одну, и пришло еще 4. Они размножились. Смотрите, котики. Котенок совсем маленький. Этот хороший, толстый. И тот белый. Утром был покормлен. Этот нет еще, не был. На сады живет больше 6 котиков. 6 котиков? Кошмар как. Ну, собственно, вот отель. А чувствуешь, он побежал за той кошкой? Котик. Один исчез.
Вот мы идем, на самом деле, по железнодорожному, ну, как бы, направлению. Мы тут на рынок хотели сходить. Мы идем над канавой. Да. Ну, это вот такой мостик самодельный. Такой. Так вот гремит. Мы идем по нему сейчас. Тут поезда РЖД ходят. Сейчас смотрю, что мы расслабимся. Ну что, хорошая эта погода? Жарко? Вообще кучки вот там, а вот тут хорошо. Пойдем в море. Пойдем. Послушаем шум прибоя. Друзья, мы сейчас идем на море нюхать воздух морской. Сейчас я вам покажу камушки. Так, ну мы приехали в центр Сочи на шопинг, типа. Шопинг вообще ехать очень тяжело было из нашего места на автобусе. Вот. Ну, мы пока ничего не купили, но в прошлом году тут всякие там вещички покупали. В общем, погода сегодня такая уже прохладная. Видите, мы в куртках. В море, конечно, купаться нельзя, поэтому мы решили поехать на шопинг. Но, в принципе, у нас времени не так много, потому что мы хотим успеть на обед, и нам еще ехать 1.5 часа на автобусе до нашего отеля. Вот, из-за пробок. Поэтому мы сейчас идем и смотрим, что тут есть.